Каждое третье воскресенье марта сотрудники сферы ЖКХ отмечают свой профессиональный праздник. Раменские представители одной из жизненно важных отраслей собрались 18 марта в КДЦ «Сатурн». В ходе мероприятия сотрудников структуры ЖКХ поздравили глава округа, председатель Совета депутатов округа и заместитель председателя Московской областной думы. Были вручены заслуженные награды и сказано много добрых слов. Вы знаете, много лет веду депутатский прием, и 80% все равно идут по вопросам ЖКХ. И я всегда веду прием с начальником ИЖЭУ, и уже людям говорю, мне не стыдно говорить людям в глаза, сколько сделано в нашем городском округе за последние годы, сколько обустроено наших дворов, как меняются наши подъезды, насколько мы построили станции обезжиревания, у нас идет чистая вода. И это все ваш труд. День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечался в Советском Союзе с 1966 года. Первые декреты и постановления советского правительства, направленные на развитие сферы бытовых услуг, были приняты в 1917-1921 годах. С того времени система бытового обслуживания населения стала активно развиваться. К бытовым услугам относятся все те службы, которые создают уют и удобство жизни людей. Ваша деятельность, она... очень, с одной стороны, критикуемо, а с другой стороны, без нее никак нельзя. Тепло, свет, вода, газ – это то, без чего невозможно представить нашу жизнь, особенно сейчас, особенно в этой сложной обстановке. Непонятно, да, что нас ждет, и мы понимаем, что не самые лучшие времена, но при этом мы все равно, каждый на своем посту, каждый на своем рабочем месте должны делать свою работу. Вы как раз те люди, которые создают уют и тепло в наших домах. Поэтому я вам желаю здоровья, желаю удачи. Невозможно переоценить значимость профессионализма и ответственности тех, кто трудится в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой отрасли неутомимо трудятся, чтобы в домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Водоканал узнали, теплосеть вообще мы не построили. Даже синей ночью звезды в небе кружат, но у нас нет с вами ни одной рука. А это значит, мне не нужен, слышишь, мне не нужен мир, в котором нет ЖКХ. Сегодня работники бытового обслуживания вносят огромный вклад в развитие российской экономики, расширяют спектр услуг и улучшают их качество. Всего в Подмосковье профессиональный праздник отмечают свыше 65 тысяч человек. Егор Кабанов, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».